И всем привет, уважаемые зрители! Я продолжаю играть в GTA San Andreas, и в этой миссии мы пойдем к Сезару. К Сезару, или как правильно. И давайте зайдем сюда, Puncture Ones. И вы заметили, наверное, у меня прибавилось денег чуть ли не на 30 тысяч, да? Это после того, как я прошел миссию вчера, я решил попробовать, что там выскочило, там, может, это нельзя сказать, я слышно, не слышно. Вот, и я решил попробовать, взял какую-то машину, там выскочил, да, эту можно продать, что ли, отвезти корабль, я взял, отвез и получил много денег, так что вот так можно зарабатывать. И вы можете тоже так заработать денег. И посмотрим, что здесь болтают-то. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Так, значит, заходим в машину, значит... The Carbon Modded, ага, какие-то стингеры, это что такие? Burt Vitals, ага, проколоть машине колеса. Вот треугольник, значит, ю, ага. Всего лишь этих три штучки. Уже машину поцарапали. Вот, и, ага, значит, левой кнопкой мыши жмякнуть, и она выскочит. Значит, ребята, я хочу поговорить на одну такую тему, очень важную, по поводу комментариев, по поводу... Ну, как бы, комментариев это касается. Видео Майнкрафт из бумаги Фрост. Я говорил, что это последний человечек из популярных людей, которого я... Из которых я сделал. И больше пока я делать не буду. Вот. И я говорил, что если вы даже хотите написать, то не пишите, потому что я пока делать не буду. Вот. И мне все равно написали. Точнее, написала одна мне. Вот, и я не знаю, чем она меня слушала, вообще ли она смотрела видео, я сейчас не обзываю никого, я просто говорю, просто мне непонятно, как можно так смотреть и написать, вот. Поэтому бросаем эту фигню, yes, get in the car. Поэтому... Ага, кто-то звонит, поэтому я не знаю, как так можно слушать, поэтому... Я делать никого пока что не буду. И мне написало на три вроде людей, или кого я там не очень понял, такие первый раз слышу имена, поэтому я не знаю, как так можно, я никого сейчас не обзываю, я просто говорю, и чё с этой машиной? Ветер на кар... О, мы починили машину, отлично. Ага, починили, колеса починили, а это что не починили? Быстрей ты, дурень. Выключили радио. Вот ты пьяница. И ты толстопопая, извиняюсь за выражение. Вот просто мне водители вот такие бесят. Вот, поэтому надеюсь вам, как бы, ну, все ясненько, потому что немножко неприятно, когда говоришь. Не пишите, там, это просишь культурно, а мне пишут, поэтому это немножко мне неприятно, надеюсь, вы учли, как бы так вот можно сказать. Вот, и надеюсь, я эту машину так уж не поцарапаю, потому что я хочу сделать трюк. Ой, ва-я! А, не получилось. Вот, и как, мы эту миссию выполнили, да, или как? Так. Уи! Такая какая-то миссия, такая легенькая, такая простенькая и коротенькая получилась, да, наверное? И чё? Asset Accurate. Я не знаю, что-то написали мне. О, oh, this property will now generation the... Make sure you collect it... 5000 мы заработали, yes, тут, ребята, мы молодцы, мы... Наконец-то выполнили все задания у Сезара, и завтра, то есть в субботу, завтра, мы пойдем к Сезару, и надеюсь, вам видео понравилось, ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь на это все. Всем пока.